А я, Анна Ивановна, очень рад, что вы мой доктор. Вы мне сразу понравились. Премьера в 21.00. Я тебя люблю. Все будет хорошо. Андрюша, живой! Живой! Дефибриллятор, срочно! Неожиданная гибель Андрея Добровольского потрясла Россию. Анна, вам предъявлено официальное обвинение. Лицом к стене. Вы ничего не хотите мне больше рассказать? От наркоза не умирают. Если считаете, вас подставили. Это она генерала завалила. Она. Значит, будет сидеть. У Савельева и Добровольского начинался бурный роман. А в начале романа вообще-то никто никого не убивает. Доктор Анна. С понедельника в 21.00.